Доброе утро, ребята. Мы идем на соревнования наши. Добрались очень-очень рано. Так, не наводите панику, а то сейчас мама запаникует, и это будет вообще катастрофа. Давай, давай, топай, 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 топай. Вот, все, она уже паникует. Она будет злиться тогда. Лучше не надо. Она потом будет злиться лучше. Да, Максим. Потому что у меня очень тяжелая сумка. Сейчас я ее через плечо. Она очень мягкая. Перекину. О, надела маску. Комбинезон. Две пары аж положила. Только сегодня утром про них вспомнила. Хорошо. Ага. Спортсмены уже. Ой, вот такой с утра фитнес. А, конечно, идет с платьишком там. Что-то про пиво говорит. А Наташа тут тащит. О, все, смотрите, ребята. Макс, ну-ка, с Настей вставайте. Идите. Это ваш звездный час. Да стойте, я вас сфоткаю. Вот так вот. Сюда, сюда, Настя. Но на фоне чего я буду фоткать? Давай. Давай, давай, поворачивайся. Пусть здоров. Там горы. Сзади нас большущие горы. Не бойся, Максим. На разминке еще ждет Настя. Настя еще на прическе. Вон он там сейчас пронесется. Появились судьи, подошли, и наши где-то разминки вот там. Вот они, вот они. Дыши, Максим, дыши. Что-то ему плохо стало, душно, видимо. Когда прическу делали, прям побледнел. Бедненький мой сыночек. Ну, красивые мои вообще. Все. С Богом. Ребятки, держите за нас кулачки. Кто смотрел трансляцию, прямой эфир, всем большое огромное спасибо. Кто за нас переживал, огромное-огромное спасибо. Мы с вами тут сидим, трясемся. Шесть, четыре, два, пять. Ой, иркутские здесь, ребята. Видела? Жека, я понял про план. А время 9 уже, да? Без 8 минут, ну как раз сейчас начну. Это дорогие билеты. Наверное, 2300. Они, по-моему, 1500. Я тоже сама сказала. Я говорю, пойди, придется панамку покупать.
ну нормально. А он... Кстати, подарки будут. Три дня. Ну, тогда не лишь да. Этот район дороже, дешевле. Нет. Традиционно в июне в Олимпийском парке в городе Сочи состоится главное спортивное приключение лета. Лучший танцор России, мира и Европы по правильному танцевальному спорту акробатического потолка в течение недели паруса за титул победителей. Подробности на сайте fdsr.ru. Присоединяйся. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Я приветствую вас в спортивной столице России, в городе Сочи. Именно сегодня и именно здесь, на арене Дворца спорта «Большой», стартует мультиспортивный проект Всероссийской Федерации национального спорта акробатического рок-н-ролла «Сочи Open 2021». Ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Мы благодарим всех спортсменов, судей и болельщиков, которые приехали в солнечный Сочи. Нас ждет незабываемая соревновательная неделя. За звание лучших в течение 7 дней будут бороться спортсмены трех направлений. Танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл и брейк. И начинают соревновательную неделю спортсмены танцевального спорта. 5 дней мы будем наблюдать за выступлениями российских спортсменов. И давайте все вместе пожелаем танцевальным бэдам легкого победа на всех приключениях грандиозного праздника танца. Мы открываем соревнования наши юные спортсмены категории первенства Федерации национального спорта экологического рок-н-ролла в категории «Дети-дом». И по традиции мы начнем с представления судейской коллегии. Встречайте! Давай!
меня папа сказал: «А кто все эти люди? Я вижу только 202-ю пару». Спасибо, Бог, и во всем для подготовки. Я тоже не знаю. Я уже прокомментировала. Я говорю, как мой папа сказал, кто все эти люди. Thank you.
Мужчина, сядьте, пожалуйста. Мужчина. Прошли следующий заход. Сидим, кушаем, да? Не сказала так, чтоб не нацеп... Ой, да, в следующий тур, ну, что-то мама оговаривается. Следующий, ну, следующий заход. Спасибо, Лара. Приглашаем на подъезд. Максим, Настя, вперед! Максим, Настя, вперед! Максим, давай! Спасибо, приглашаем. Максим, Настя, вперед!
Спасибо. Заключительный шестой заход. Спасибо, внимание, дети, два балла, 232 балла, судьи, и дети один. Ну что, мы сидим, пока Макс переоделся. Настя тут, отдыхаем на лавочке. Надя пошла с тренером в магазин купить шоколадку. Мы вошли еще в следующий тур, поэтому ждем еще полтора часа до следующего тура. Спасибо.
Спасибо. Встречайтесь в Питере. Спасибо. Встречайтесь в Питере. Thank you.
уже вернулись домой. Не прошли мы в следующий тур. С 1.32 прошли в 1.08 и закончили на сегодня турнир. Ждем. Будем готовиться уже к следующему дню, к завтрашнему. Не успела показать. К завтрашнему дню будем готовиться. Завтра латино у нас. Вот. И сейчас мы всем составом, с тренером, все идем куда-то перекусить, потому что я, например, очень голодная. За целый день ничего не ела. Только утром позавтракала. Давай руку. Вот. И что еще? Подожди. Машина. А потом придем, наверное, домой. Кстати, по ценам я так и не сказала вам. Вчера мы пообедали. Сейчас я вспомню. У меня был салатик капустный. Потом было... А что я вчера ела? А, куриную котлетку и плов. У Макса была куриная котлетка, пюрешка и салат греческий. У Андрея тоже салат греческий. А, еще и лапша куриная у Макса была, бульон. У Андрея суп солянка. Потом что еще? Какое-то подлива с чем-то, с каким-то гарниром, тоже, по-моему, с пюрешкой. По компотику они взяли, хлеб. И за это я отдала всего 800 рублей. Ну, как бы, смотрите. Сегодня мы пообедали, Андрей был сыт, соответственно, мы приехали с турнира, зашли в столовую и взяли, значит, я взяла себе, рис. Соус острый и такая типа отбивнушки куриной. Максим макароны с подливкой, с мясной, с поджаркой из говядины. И компот, сосиску в тесте, но он ее не съел, он собакам отдал, потому что он уже наелся. Потому что порция хорошая. И Андрей взял кофе и булочку с корицей. Да, оставь. И за это всего отдала 415 рублей. Но как бы вот я очень наелась просто. Мне больше ничего не нужно было. Макс, не надо было подбирать это. Зачем? Вот. Макс, сфоткай меня, пожалуйста. Макс. Сфоткай меня. А, подожди, я не так снимаю.